Вино представляет винодел Хуан Хесус Вальделана. Добро пожаловать в мир вина. Сегодня мы дегустируем красное вино, контролируемое по происхождению из региона Риоха, Испания. Марка вина Вальделана. Вино из местного сорта Темпранио. Мы добавляем 5% винограда сорта Виура для поддержания насыщенности цвета. Этот великолепный цвет, редко встречающийся в природе, мы называем пурпурным цветом мантии кардинала. Какой аромат! Красные и лесные ягоды. Мармелад из моего детства. Во вкусе яркое длительное наслаждение, приятное с освежающей кислинкой. Рекомендуем блюдам из овощей, картофеля или риса. Идеально подавать при температуре 10-12 градусов. Это наслаждение для настоящих любителей вина.